Споры этого гриба вызывают серьезное заболевание – аспергиллезы. Многим из нас слово «аспергиллез» даже не знакомо. И мало кто свяжет внезапное ухудшение самочувствия со вторжением в его организм плесени. Эти грибки могут распространяться в легких. А легкие сообщаются с мозгом, сердцем, ногами. То есть пациент становится буквально нафаршированным грибками. Плесень находится повсюду. Мы чаще всего относимся к ней пренебрежительно. Срезаем зеленые пятна плесени с корки хлеба или куска старого сыра, снимаем тонкую белую пленку с варенья и спокойно съедаем то, что осталось. И даже не подозреваем, как это опасно.